Привет всем! С вами Бетти. И сегодня у нас снова школа. А точнее, учителя и их любимые фразы. Кажется, всех учителей учат их говорить еще в институте. Наверняка какие-то из этих фраз говорят и ваши учителя. Давайте проверим. А голову ты дома не забыл? Может, ты выйдешь к доске, и мы все вместе посмеемся? У кого два учебника на парте? Дай детям обувь. Выйди и зайди нормально. Я ничего не знаю. У вас было время выучить. Ты дома с родителями тоже так разговариваешь? Так, я не поняла, сели звонок для учителя. Если ты такой умный, сядь на мое место и проведи урок. Выкупа как карандашом. Вот такой веселый скетч сегодня получился. Пиши в комментариях любимые фразы своих учителей. На сегодня все. Всем пока и до встречи в Токио!